Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Давид Винкбонс, Мехлен, Южные Нидерланды, голландский живописец Золотого века. Родился в 1576 году, как говорит Википедия, данных очень мало, но то, что есть. Около 1580 года семья переехала в Антверпен, а затем в 1585 году, после испанской оккупации, в Мидлебург. В 1602 году Винкбонс женился на Агнере ван Лун, дочери нотариуса. У них было, по крайней мере, 10 детей, как вот написано здесь. Учился своего отца Филиппа, художника-акварелиста. Среди учеников были класс Янсен Висхер, Гирс Класс, Дейхон де Кутер и, вероятно, Эсаас ван де Вельде. Оказал влияние на творчество Хенрика Аверкампа. Винкбонс был одним из самых плодовитых, популярных художников и полиграфистов Нидерландов. Сам он находился под влиянием Питера Брейгеля, старшего. Сыграл важную роль в развитии жанровой живописи в Северных Нидерландах. Писал картины небольших размеров на тему библейской истории и бытовые свадьбы, крестьянские праздники, ну и также пейзажи. В его пейзажах изображаются обычные библейские сцены. Такие картины, как «Бегство в Египет», «Авраам изгоняет Агарь» и тому подобное. Создавал клеевыми красками миниатюрные изображения птиц, рыб и так далее. В Санкт-Петербургском Эрмитаже есть два его произведения – «Лес» и «Проповедь Христа на Генсарецком озере». Миниатюрная работа. Умер в 1629 году. Вот так вот вкратце то, что я нашел о голландском живописце Золотого века Дэвиде Винкбонсе. Пока-пока, смотрим картины. До свидания.